Все, хор турецкого нам спел. Теперь надо ворваться в игру. Алоха тебе, таравиш, с тобой Хеннадим! И сегодня мы с тобой снова продолжаем. Продолжаем проходить игру, которая называется Шурейк 2. В прошлый раз мы с тобой отправились на охоту вместе с королем. Король сказал то, что он будет ждать нас под деревом. Шурек пошел искать его вон туда в лес, а я застрял в кустах. И умру здесь от голодной смерти. Прямо перед Багдаком. Подходи к ним и щелкай левой кнопкой мыши, ты их поднимешь. А потом еще раз щелкай, их надо метать, пока они не взорвались. Тыквы. Ну да. Воу, красиво. Я ж вот так вот не мог грибы обойти. Похоже, что единственный способ опустить мост — легнуть вон ту веревку. Легнуть! Типа, можно уговорить мне помочь? Ага. Поможешь мне? Вообще-то жареные ослиные уши — это вкусно. А может и нет. Теперь, я полагаю, самое время применить приворотное зелье. Или хоть какое-нибудь. Есть зелье, нет зелья, мне все равно надо туда допрыгнуть и сбить веревку. Для Слау, у которого черный пояс по нажиманию кнопок, один враг не враг. Если твой враг кнопка, конечно. А может, айда? Аниме? Все, утонул! На дне морском Нептун тебя не спас! Пам-пам! Здорово, Рой! А, вот двойной прыжок. Куда? Как? Как ты умер? Ты обмочил ногу и помер! Ты что, GTA Vito, что ли? Вот у меня стакан с водой, я туда кудаю палец, и все, я утону. Не надо. Все, хватит, Буратино. Ты задолбал, ты можешь мне загрузить сразу? Осли, да, сосы, писун. Жареные ослиные уши, это так вкусно. Так пойди возьми осла. Че ты стоишь там сверху? Стоит и смотрит на него. Ты что, действительно думаешь, что я сам к тебе поднимусь, и ты меня съешь? Ты самый непринужденный охотник из всех, которые я когда-либо видел. Вот серьезно. Охотник, он просто... Он просто сидит в засаде и ждет, когда к нему подойдет олень, и сам пулю себе в голову пустит, и все, мне он будет кушать. Потому что жареные оленьи рога такие вкусные. Охранник моста знаменитый, да. Мост открывается только ударом копытом. Осел, иди в ту сторону посмотри. Да, Шрек, я понял, все, до свидания. Помянем осла. Лейт! Сад, наконец-то, бля. Здорово. Не ожидали такой врыв. Можно сохранку, плес? Крестьяне, отстаньте! Тут толчок Шрека, шарок вместе с собой взял. Бля, нет. Как можно было? Это вышли крестьяне, смотрят. Осел перелетел реку. Все, магический осел. Давайте его сожжем. Правильно. Выходят с вилами, с факелами, и я просто падаю в бездну и умираю. Они, ну, жареные ослиные уши такие вкусные. Но спускаться во враг мы не будем. Мы же умрем. Давайте ноги пойдем мочить в реку. И все поселение утонуло. Сосат? Масосат! Прыгни, осел! Сука. Буратино, ты тебя сожгу сейчас. Я тебя возьму, крестьянина. Факел. И пару вил. И буду есть тебя, бля! Здорово, Тоби! У меня только что сейчас отключились наушники. С какого-то хрена непонятного. Я сделал... И они отключились. Король повесил полотно леса сюда. Понятно. Тама ловушка. Тама! Я платком порезался. Парень. Вот это тут. Самый сообразительный. Ему говорят: Володя, ты единственный в лесу здесь стоишь. Ты самый главный наш воин. Наша самая главная надежда. Бургер Кинг орёт. Володя, ты наша самая главная надежда. Сука, яблоня опять дерьмянная. Володя, ты наша самая главная надежда. Ты наш козырной туз в рукаве. Вот тебе кнопка. Все, что тебе нужно. Возьми свой копыто и ударь, когда придет осел и встанет рядом с плакатом леса. За лесом. Он. Все понял. Естественно. Приходит осел, стоит, смотрит на плакат, потому что это весело. Нажми на кнопку. Нет. Он просто пошел и с кулака решил убить осла. Опять этот крестьянин со своим ослем. Что с... Да, ага, да, ага. Да, котлеты из ослятины. Ты перелезь через забор, а? Я ж привык, я ж играю, я тебе объясню. Все нормальные люди играют, вот это на В лежит, вот это на А лежит, вот это лежит на Д. Я играю вот так, у меня вот этот палец лежит на В, вот этот на Д, вот этот на А. То есть я играю вот так.
И на контрол ни хрена неудобно прыгать. Это вода. А чё ж ты не утонул-то, осёл? Что задумал король? Вот он действительно думал... Ваншот, блядь, меня на шерсть раскидало! Нет, если это делал король, то с какой целью король клал... Я думаю, это очень удачное и нисколько не подозрительное совпадение, потому что я такой голодный, что думать как следует не могу. Жаль, что Шрека нет, вот бы ему тоже. Да есть безопасно. И корова нарисована. Ну, корова безопасная, да. О, это то, что надо. А, это осёл нарисован, да? Меня поймали! Бесплатный сыр только в мышеловке. Так, бесплатный чан-то стоит все равно. Что ты там натворил такое? Вот что вляпался. Ох, как я рад тебя видеть. Здорово. Вы задолбали, пацаны, серьезно. Еда для осла. 3 морковки. Осел! Еда для осла. Ну понятно, да. Спасибо, Шрек. Необычно, правда? Не я тебя спасаю, а ты меня. Ты не мог бы головой подумать, а не животом своим? Хоть на 5 секундочек. Подряд? Ой, Шрек, ты меня переоцениваешь. Ну что, куда теперь? Сюда. Осел, ты бы не встал чуток подальше от ловушки? Да, спасибо. Она не работает, Шрек, блядь, физик, ядерщик. Вот мне интересно, кстати. Еда для осла. Ловушка стоит вот здесь. Или сзади еду не принято есть? Похоже на медвежьи капканы. Здорово, что я не медведь. Такая, блядь. Похоже на медвежий капкан. А так тоже можно было? Чё, Рой, здорово. Молодец. Спасибо, ты тоже молодец. Только не у нас в деревне. Не у нас в деревне, одна телега стоит. Ну и здоровенная. Глаз похож. Я так мыслю. На тыкву, тыква нужна. Сейчас я все пирог с тыквой сделаю. Только не в нашей деревне. Деревня! Ага, давай. Как ты сих... Розыск Джорджи Порджи за то, что поматросил и бросил девушку. Вот страшно жить в мире Шрека. Тут тихо. Амиго? Слишком тихо. С банджо? Мамочка моя, Шрек! Он не твоя мамочка. Амга! Это же пират! Какой пират, блин? Прошу прощения, я мушкетер. В галошах, блин. В галошах, ага, в сланцах. Пират в галошах. Что? Эти сапоги мне очень идут. Итальянская кожа, не что-нибудь. Они подчеркивают мою... Хватит! Тебе конец. Готовься к смерти. Это ты сам это построил, а? Пират! Где ты научился? Осел вышел, да, осел догадался. Может, не надо? Целься как следует. Ты лево вправо двигайся, чтоб тебя пират в галошах насмерть не зацарапал. Какой давай, пират в галошах, сука? Осле! Да как прибить-то тебя? Хе-хе-хе, печальный у тебя видок теперь. Тут синяк, там синяк. А теперь, сеньор, готовьтесь к ледяному поцелую моей шпаги. Все, он умер. Пока, кот. Ему по спине похлопать или что? Все, он готов. Давай проверим. Проверяй. Попался? Ну и кто теперь тут главный? Сеньор, вы победили. Я смиренно ожидаю приговора. Шрек, сделай, как он просил. Пусть твоим приговором будет смерть. Кия! Что? Нет, осел, я котят не обижаю. Ну, конечно. Да-да, ты ешь их на завтрак. Ты их наизнанку выворачиваешь и на голове носишь. Ты ненавидишь их? Ни за что. Шляпа, особенно вот сейчас, красивая, из кота. Кривые выходят. Да будет так. Тогда я должен стать твоим верным... Не надо, дай мне галоши и разойдемся с миром! ...верного спутника занято. В уплату за мою бесценную легендарную жизнь. В конце концов, меня послали убить тебя. Послали? Кто послал? Охотник, главный, под деревом. Я говорил, рыжим котам никогда нельзя верить. Просто никогда. Почему ж так королю не нравится, чтобы мы с Фионой жили счастливо? Что ж, если все, что тебе нужно, это счастье, тебе стоит обратиться к крестной фее. Зовут ее здесь, неподалеку. Позволь мне проводить завод тебя туда. Путь будет не слишком долгим. Ты знаешь, как туда попасть-то? Си, сеньор. Я много раз метил. Сначала 8 лет в ПТУ, а потом нормально, и потом попадаешь на завод крестной феи. Загрузочка. Ебо. Ход? Чё? Брекеты ослу?
Спасибо. Людоед? Откуда ты взялся? То есть, то, что осел пришел, то, что такое пришел. Да, срать, вообще, нормас. А людоед, говно. Людоеды не могут жить долго и счастливо. Вот ослы вообще без бы, да? Мне нужно зелье навеки счастливы. Да, кот в сапогах, это было совершенно глупо. Ну и дама, просто ведьма. Здорово. Какой ты модный парень, можно костюм одолжить на пару минут? Можно. Ты сам зашел в лифт, я не виноват. Ходил бы по лестнице, кто бы тебя достал. Один костюм на троих поделим сейчас и нормально. Мне шляпа, коту мантия, ослу сапоги. А, ну да, вообще один в один. Спасибо тебе, осел. А теперь пошли, больно уж тут душно. Могу поспорить на вискас, то, что мы ищем, спрятано где-то в той комнате. Поспорить на вискас, да, на вискас. Идти надо именно мне. Я намного ловчее, чем ты, гораздо умнее, чем осел, и могу пролезть в эту трубу. Верно, кот. Ты сможешь забраться по трубам и втиснуться в вентиляцию. А мы тут спрячемся, пока ты зелье отыщешь. А еще я там в комнате справа рубильник видел. Может, он дверь открывает? Эх, жалко, что ключа в кармане нету. Я вернусь с победой, и при том как можно скорее. Эльфам не попадайся. Не буду. И осторожней там. Так точно. И зеркала. Но нет, ты же не будешь отвлекаться на себя. Да.